Здравствуйте, зовут меня Софья, фамилия Чайка. Я из Ростова-на-Дону, учусь в экспресс-курсе юридическом в школе Боншери. Долго выбирала школу, в течение 2 лет уже готовилась ехать учиться грумером, но все что-то как-то не получалось. Но уже достаточно долгое время остановилась на школе именно Боншери. Очень заинтересовала, и много информации было в интернете. Вообще в жизни занимаюсь, я биолог-генетик, работаю в научно-исследовательском институте, очень много животных имею дома, вот. И с детства стригу людей. И казалось, что можно соединить эти, скажем так, 2 направления, любовь к животным и умение стричь, и чтобы это все вылилось именно вот в груминг. И хочется, чтобы это в дальнейшем стало такой вот профессией, новым таким направлением в жизни. Конечно, хочется и открыть, наверное, салон, если все будет получаться. Но на данный момент, во время уже приезда сюда, попробовала постричь вот несколько собак, и очень нравится, и мне кажется, что получается. Вот. В дальнейшем, конечно, планирую связать свою деятельность, работу с данным направлением.